Также Рустам Миниханов встретился с представителями компании Dow Chemical. В Доме правительства обсудили вопросы возможных вариантов сотрудничества в нефтехимической отрасли. Глава республики отметил, что с известной фирмой уже работает «Казань-Оргсинтез», а также напомнил, что Татарстан является одним из крупнейших в стране производителем пластмассы, каучука, успешен и в нефтехимии. Для дальнейшего развития производства республика заинтересована в инвесторах. Представители Dow Chemical уже проявили заинтересованность в инвестировании, возможно, в сфере производства автокомпонентов. К тому же гости уже бывали на территории особой экономической зоны Алабуга и рассматривают варианты взаимодействия.